Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада сегодня представить исследовательскую работу, которую мы делаем на протяжении уже 12 лет, 2011 года. Это лечение, хирургическое лечение рецессии десны, множественных и одиночных, с применением аллотрансплантата Леопласт. Это небольшой новый ролик компании Леопласт о материалах, применяемых в хирургии и импродонтологии. Итак, рецессия десны встречается в 80% случаев парадонтопатии или любых парадонтологических заболеваний наших пациентов. Может оно быть разной этиологии, как воспалительного характера, так и трофического, фенотипического и так далее. На протяжении всей нашей клинической практики мы постоянно сталкиваемся с проблемой рецессии десны, одиночной, множественной в области зубов, имплантатов, или каких-то еще других ситуациях, которые выражены, где-то атрофические процессы. В этом случае хотелось бы не только знать, что делать с этим, но и управлять этой ситуацией с применением разных методов, которые вам позволят решить абсолютно любую клиническую ситуацию. В области операции, в области рецессии десны, как множественных, так и одиночных, есть очень много мифов и легенд, которые мы встречаемся всегда на каких-то мастер-классах, на занятиях, когда доктора начинают говорить о том, что это ненадолго, результаты отдаленные, негативные, возникают рецидивы после оперативного лечения. И также очень много осложнений, да, таких как там некроз аутотрансплантатов или какие-то расхождения швов, несостоятельности методик и так далее. Вот сегодня хотелось бы немножко развеять все вот эти осложнения и мифы, связанные с этими осложнениями. В первую очередь, все наши осложнения лежат в недопланировании оперативного вмешательства, когда мы неправильно оцениваем исходную ситуацию персональную у пациента и неправильно оцениваем, соответственно, клинический исход и неправильно планируем операцию с не теми методиками, с не теми материалами и методами. На сегодняшний день при соблюдении правильного протокола планирования, при соблюдении исходных каких-то значений, которые мы сегодня оценим, как их регистрировать, как их персонализировать у каждого пациента, и как планировать у каждого пациента конкретную каждую ситуацию с каждым конкретным зубом или областью, да, дефектов, с которыми мы работаем. Таким образом, частота осложнений ваших оперативных вмешательств, она снижается значительно. Наиболее распространенной хирургической методикой устранения рецессии десны и золотым стандартом является применение аутотрансплантата, но у него есть одна единственная проблема – объем, размер и качество трансплантата ограничены. Вы все прекрасно представляете себе пациента, у которого, например, есть множественная рецессия. Это, как правило, атрофичный тип не только в области вестибулярной, да, где у вас наблюдается рецессия, но и выраженность нюбно-соединительного тканного комплекса. Она тоже, естественно, снижена, соответственно, и качество трансплантата забранного с нюбной поверхности или с дубра, если есть такая возможность, она тоже не соответствует тому качеству желаемому, которым бы мы хотели применить. Если говорить о лечении множественных рецессий, то в лучшем случае аутотрансплантат, который мы можем забрать, это всего лишь поверхность двух-трех зубов, не более, к сожалению, на больше он не может быть растянут в объеме. В 20 случаях из 100 тонкий аутотрансплантат, к сожалению, не дает роста соединительных тканных волокон и не меняет фенотип и биотип десны. Таким образом, возникает проблема рецидивирования
А то, о чем мы говорили, вот эти мифы осложнений, почему они происходят. Потому что само качество трансплантата, мы стали его тоже оценивать. Мы раньше говорили только о том, прижился аутотрансплантат или не прижился аутотрансплантат, да, выжили, не выжили. А теперь мы говорим о том, что его структура и качество тоже влияет на то состояние и качество, которое будет получено в результате. В качестве пластического материала есть разные варианты применения пластических материалов и в области рецессии десны. Много трансплантатов из кожи аллогенного происхождения, ксенопроисхождения также. Мы сегодня с вами, я представлю на докладе применение имплантата твердой мозговой оболочки. Это аллогенный материал, имеющий специальную обработку. И на него сопоставимый клинический результат по всем показателям применения аутотрансплантатов. Также есть лабораторные исследования с моделировкой инвиво операции в адекватной технике на животных. При множественных рецессиях десны аутотрансплантаты являются препаратом выбора. Применение комбинированной или самостоятельной плюс аутотрансплантат при превентивных множественных аугментированиях ортодонтических пациентов. Также анализ конусно-лучевой томографии показывает впоследствии наличие вестибулярной замыкательной пластинки в области прооперированных рецессий спустя 6-9 месяцев. Проводится повторная конусно-лучевая томография, на котором мы видим образование. Суть в том, что при инсталляции твердой мозговой оболочки субклистально, то есть под надкосницу, если это устанавливается под надкостичный лоскут, она дает формирование замыкательной вестибулярной пластинки, то есть образование нового тонкого слоя кости, что не дает рецидивировать в этой области десневому комплексу. Также есть гистологические исследования на животных после проведенных лабораторных исследований эксперимента хирургического. Показывает результат конкретного комплекса ткани, где подсажена твердая мозговая оболочка, субпериостально расщепленный лоскут и качество прорастания сосудов, качество образования кости в области инсталлированной твердой мозговой оболочки у животных. Это результат исследования.